Айқасықтың. Ты здесь яблони не побрызгал? Я побрызгал? Да это специальный сорт Моргенштерн. Чем больше ты всякой фигни в него вливаешь, тем быстрее она растет. Так что давай тогда. Братан! Эй! Синди говорит, мы кумбар акел, ой. Хоп, 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 справа. Все, 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 все. Ничего себе, масса жиналапсын. Е? Армия мен еркек кылды, ой. Бір жыл бойы ад звонка да звонка жырдық. Айтпақша, мен ғашығым қайда? Маған аптасына үш рет жазып жүрген қыз қайда? Күтіп жүрмә мені? Конечно, күтіп жүр. Мен оның қасына бір адам жолатпай жігіттерден қорғау жүрдім. Так что мен динкамнан саған артық әйел табылмаз. Это что за дрыш? Да, один городской. Эй, братишка. Не много. Кушин жоқ, а? Сколько от груди жмешь? Чё? Чья грудь? Эй, синдебр. Нет, ты бы в спецназе не выжил. Бұл Арыслан, мен ескі досым. Университетті бітірген соң нағыз еркек болайын деп армияға кеткен. Көрдің ба? Шварцтікін де ата. Енді Динкаға үйлену үшін оралған. Ты прикинь, какая любовь. Угу. Любовь. Да вот, Айкан свидание шахрган. Теперь думаю, как его организовать. А в чем проблема? В том, что она красивая, современная и городская девочка. А я что? Я ульский парень. И нормально. Противоположность притягивается. Так, слушай, братишка, без магнитных сыновьев, без адамбус. Нам мало притягиваться. Надо притягиваться красиво. Тогда пригласи его в райцентр. Поедите бургеры, попьете колы. Все же так делают. Понимаешь, она не все. Она особенная. Говоришь тебе? Он да, американских кино додайжаса. Кандай кино? Мэрбрди, табиғатта пикник жасап. Жемістер салынған корзина алып, шарап, живая музыка, пирожный, кептерді шыратын арнай адам алып бар. Мұны мен емес, сен айтуың керек қой? Сен айтқаның дұрыс болып тұр ғой? Блин, точно. Мен ойыма неге келмеген? Ассаламу алейкум, Данияр ағай. Я в другой раз зайду. Эй, тоқта! Не керек еді? Вы, ага, это... меч положите. Мне уже начало не нравится. Я уверен, что вам и продолжение не понравится, и поэтому прошу положить меч. Толкните дальше. Я тебя сейчас толкну дальше. Говори. Хорошо. Данияр ага, мне очень нужны... 4 юрты. Эй, Сен, бетым был хэппи, айты тұрсын бой. Эй, скажи спасибо, что вы на меня шанем, давай. Арслан, он вернулся? Да. Твой любимый, которому ты писала письма, вернулся. Ты теперь можешь радоваться. Два любящих сердца соединились. Это ты о ком? О ком? О твоем брате и Арслане. Ну, это правда, так и есть. Так... Я сейчас не понял. Гани и Арслан – лучшие друзья. И Гани больше всего в жизни хотел, чтобы я вышла замуж за его лучшего друга.
А ты? Конечно, нет. Значит, ему писала: Арслан, я за тебя не выйду. И так 3 раза в неделю? Да Гани сам писал эти письма. Что? Дархан, это долгая история. Нас еще в детстве сосватали родители. И Гани просто мечтал, что мы с Арсланом поженимся. И когда я отказалась писать Арслану, Гани начал писать сам. Зачем? Чтобы Арслан думал, что я его жду. Привет, Арсланчик. Это пишет твоя Динка. Ал Головкиннің соңғы бойынша. Гена красава. Короче, давай. Сенің Дина. Мынандай қыздан айырылып қалмау керек қой. Короче, Дин, идешь к отцу и говоришь как есть. Хватит притворяться и делать вид, что ты на все согласна. Я? Сенікі дұрыс. Солай істеймін. Да, скажи сегодня. Прямо сейчас. Да, иди. Уже иду. Быстрее. Быстрее, быстрее. Может, завтра? Иду. Папа, оп. Мен сумдық жаңалықтар оқыдым, ужас. Үй не болды? Айтабекса ауданынан келіп жеткен жаңалық. Ол жерде бір қызды ата-анасы сүймеген жігітке ұзатпақшы болған. Қайғыдан әлгі қыз көлге батып өліпті. Ой, бірақ Айтабексіде адам батып өлетіндей көл жоқ қой. Көрдің бе, әне? Ол қыздың қайғысы аз болғандай, көл жағалап кетуіне тура келген. Ой, сорлығы жай. Папа, сен сол қыздардың ата-анасы сияқты болмағанын қандай жақсы. Мені өзім сүймейтін жігітке күйеуге бермейсің. Жоқ, бермеймін. Өзін жақсы көрем ғой, пұшығым, пұшығым. Ал Арсланшы, сіз мені оған кішкентай кезімнен атастырып қойыпсыз. Тенді... Тен сенікі де дұрыс шығар енді. Енді қазір заман өзгерді ғой. Ой, ұнамаса бетіне барма, айтасын. Мен қарсы емеспін. Мен сізді сондай қатты жақсы көрем, папа. Ой, пұшығым, пұшығым. Әй, бейбіт, қалайсың? Уәлихан аға, сіз өте дәмді вино бар деп едіңіз ғой? Әй, саған ерте емес пе? Жоқ, мен өзіме сұрап тұрған жоқпын. Мұрат свиданияға барғалы жатыр. Ол музыкант шақырып, жетіндерін корзинаға салып, күшті отырыс жасамақшы. Ондай болса, менде бір бутылка бар. Данияр аға, я не могу вас заставить делать то, что против вашей воли. Труднее меня отговорить от того, что я задумал, например, отрубить твою голову. Ну, зачем так, Данияр аға? Давайте сделаем так. Если вы выиграете, рубите мне голову. А если выиграю я, вы ставите мне 4 юрты. А во что ты собрался играть? Говорят, вы лучше всех в ауле играете в шашки. Хорошо. Давай играть на что-то более полезное, чем твоя голова. Партия 10 тысяч. Нормально. Партия. Сен ол меніше сақтап жүрдің дегенің қайда? Дос болған түрінен сен. Мені бұлай ешкім қорлаған емес. Ей олам, не көрінгенін білмеймін. Сен келгенде қуанған соншалық есінен айрылып қуан шығар? Есінен ауысқан соншалық не? Бетіме келіп, мен сені сүймеймін деп айта ма не? Ей, Арс, кешіш енді ол. Мен саған қалай көмектесетінімді түпті білмей де жатырмын. Мен білем. Біз бәрін дәстүр бойынша жасаймыз. Біз Динканы ұрлап аламыз. Қалай сонда? Солай? Қапты кигіз бауылға бірақ тартамыз да үйленеміз. Не дейсің? Сен мен братымсың ба? Досымсың ба? Әлде қорқасың ба? Конечно, мен сенің досым. Дриш, иди сюда. Шаро. Уже слышал, какой фигня случилась? Нет. Динка мне отказала. Правда? А ты че улыбишься? Да, солнце глаза светит.
Короче, мы воруем Динку, я женюсь на ней в своем родном ауле. Ты с нами? Я? Эх, казар брюмен уж самого. Брюда, ура, брюльтрик мне в труда. Да, я с вами. Слушай, ты же музыкальную школу закончил, да? И на скрипке играешь. И на барабане, и на губной гармошке, и на трубе. Не, скрипки хватит. У меня сегодня свидание. Ты сможешь сыграть? Конечно. Так, ты спрячешься в кустах, и после того, как я скажу, ты сегодня прекрасна как никогда, ты начинаешь играть на скрипке. Понял? Понял. Все, готовься. Давай. Блин, струны порвались. Это нечестно. Ну почему это? Да потому что вот здесь, в ауле, целыми днями в нарды играете, и вас невозможно выиграть. Жарай, тогда. Ойынды өзім таңда. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, понятно. Вы целыми днями работаете, у вас пальцы натренированные. Эй, короче, ты сейчас к ней идешь и говоришь, пришел Бенедикт Камбрович. Кто? Вот здесь станет интересно, кто ее она видит. А мы тут уже свое дело сделаем. Молодец, брат. Так соля топтун. Кем? Бенеки кишмиш-миштисин, ба? Ты что там, барасын, ба? Нет! Хватит! Пора положить этому конец! У нее есть парень! Понятно? И они любят друг друга. Эй, кем ол? Хайда ол, эй! Жанның барында айт! Біз оны тауып алып, өлтіреміз. Говори давай. Да есть там один тип. Привет. У меня сегодня свидание, и мне нужна твоя помощь. И я знаю, что ты разводишь голубей. Ну да, хомячков и морских свинок тоже. Нет, голуби — это красиво. Так, я хочу, чтобы ты спрятался неподалеку от места свидания. И через минуту, как я скажу, ты сегодня прекрасна как никогда, ты выпустишь голубей. Понятно? Хорошо. Эй, не мне тормозить, трус. А дать куда-то не аул улькен емес қой? Да, не могу вспомнить, куда они шли. Туда или туда. Эй, слышь, а ты откуда знаешь, э? Ну... Я за ними следил. Зачем? Я сен не? Мен Динамды андырып жүрсің бе не? Ты не так понял. Я за ними следил. Я же знал, что она тебя с армией ждет. Ага. Ну, я следил за ними, чтобы потом сказать хани. Это правильно? Сенің босқа сомнение стоппын. Ты теперь тоже наш брат. Сол үшін, сол урод тыстаған кезде, бірінші болып пышақ соғасын. Я придумал. Мы его расстреляем. Хазар, мы в толк пыли, не? Гуля, это те? Осы вино не день жасает? Он на хайдин демедын. Сонлы кезде мені химия қызықтырып жүр. Енді кез келген алкоголь, ол ароматизатор, краситель, және де спирт. Гулят отец. Хани акиматтың алдында мотоцикл тиіп жүріп, құлап қанған боп жатыр. Соны жайбырақат айтып тұрсың ба маған?
тебе и мат. Эй, Сидель, шаншаган жоқсың ба? Тебе не жалко свои деньги проигрывать? Да нет. Все понятно, здесь у вас свободного времени много, и вы развиваетесь интеллектуально. А как насчет помериться силой? Эй, Сидель, шанс, парни, снимай. Шанс, Эрдашан, давар. Жарай, да, хер. Я же говорил, что сделаю сюрприз. И я сдержал свое слово. Открой глаза. Мурат, это так красиво. Давай. Садись. Кажется, там камни. Давай, налью немного вина. За нас с тобой. И я хочу, чтобы наши отношения были нежными и сладкими, как это вино. Очень странное вино. Ну, все хорошо. Не дадим мелочам испортить романтику. Ты сегодня прекрасна, как никогда. Что это? Это? Это живая музыка для создания романтического настроения. Правда, очень красиво. Эй, они что, все пошли? Зачем? Слушайте, сегодня уже поздно, вечер. Давайте завтра с утра соберемся в 9 и свежими силами найдем его. Эй, сейчас у меня столько гнева! И столько сил, что мне нужно кого-нибудь убить. Так что давай. Или ищи его дом, или... Мурат, ты молодец. Хорошо все придумал. Возьми пирожный. Это голуби. Это мы как с тобой вместе летим. Это я. Это мой голубь упал. Көрдіңдер ма? Бұл кептер біреудің қызына көз салған еді. Басы бәлеге қалды. Пирожны сарайсам? Да, а что? Аллергия на райс. Надо домой. Лекарство дома. Сейчас. Аз мы шаш шерім бар ғой. Тот. Вот этот. Да, вот этот крайний. Точно? Ага, точно. Я все понял. Что? Это ты отбил деньги у моего брата. Так. Нет. Давайте разберемся. Это не так. Это дом моей тети. Там не живет никакой парень. Деньканы өзіне қаратыпан сен ба? Мен ол қасына ешкім жолатқан емеспін. Ол тек сенімен ғана сөйлесірген. Я только ща все понял. Мынау ма? Түріне қарасаңдаршы. Мені какой-то бір чмошник айырбасты алған ба не? Эй, мен армияға не үшін бардым? Не үшін качат еттім, а? Не үшін самбол қатыстым?
Бұл әділетсіздік. Ну все. Слезы своего брата я тебе не прощу. Стой. Ходи, давай разберемся. Иду ва-банк. Ставлю все. Но если вы проиграете, вы поставите мне 4 юрты. А вы что тут собрался сыграть? Холгруструмс? Эй! Сен 5 минуты ішінде күшіне алдым деп тұрсың ба? Ол шол левый. Хорошо. Не все равно, как тебя обыгрывать. Егер байқылдың келсе, мені ер көзіңде. А я левша. Правая слабая, но вот а левая. Ай, сен арамзасын сен. Сен басынан-басынан осыны ойластырған екенсің ғой, а? Данираға, давайте так сделаем. Пусть деньги у вас остаются, а вы мне 4 юрту поставьте. Стой! Мужик ты или нет? Я мужик, но не такой, как ты. Другой! Ничего, как сен, соулам! Сосын қалай сайлағын көреміз! Чотан, өліге дайынсың ба? А последнюю сигарету курить. Ты же не куришь. Тогда первую. Хочу начать. Мозги не делай. Гони! С тобой все хорошо? Мурат, откуда вообще идея такого свидания? Я просто все как в фильмах хотел. Лучше бы поехали в райцентр, покушали бы бургеров. Айка, прости, что так вышло. Я дурак и Аулбай. Нет, совсем не так. И вообще, это лучшее плохое свидание в моей жизни. Дархан, ты не знаешь, что с Гани случилось? Да, ужас. Его скорая забрала. Весь в переломах. Да, то, что скорая забрала, это я сам знаю. Что случилось? Ну, в ауле видели, как он за тобой гнался. Да? Ну, короче, он меня догоняет, бьет правым. Я перехватываю удар и своим приемчиком укладываю его на землю. И потом начинаю бить.